маршрут был довольно легкий, но очень извилистый. Но нам не привыкать, мы не такие маршруты прыгали. Но это моя новая кобыла, мы с ней всего 5 стартов вместе. Она очень хорошая, очень такая с огоньком внутри. Я ее очень люблю, обожаю, ее зовут Рокси. Я первый раз вообще выезжаю за границу, так я с Узбекистана, с Ташкента. Это мой первый выезд, абсолютно первый, вот именно в Европу, за границу. Вот, я очень полна просто впечатлений, это громадная база, здесь все так красиво, все так идеально, все абсолютно здесь есть. А приехала я уже как 2 недели, я 2 недели здесь выступаю, начиная с Евразии. Это моя уже 2-я победа, а так я оставалась постоянно в десятке. Первые дни соревнований я заняла 2-е место на моей кобыле, и сегодня 1-е. Дальнейшие планы, я каждый год планирую приезжать сюда, в Maxima Stables, так как я очень просто влюбилась в эту базу, влюбилась в эту обстановку, и в общем мне здесь очень все понравилось.